Сегодня у нас 13 июля. Там на тракторе приехал Никита с Сергеем. От Виктора доски старые с гвоздями, ему не нужны. Ну, тут вытаскивать будут. Привезли к нам. Привезли. Володя поехал в бывший лагерь. Там были старые скобы, гвозди. Правда, долго был, но привез. Вот у нас сколько тут богатства теперь. А теперь готовим столбы. Мне пришлось с утра выкопать две ямы по метру глубиной. Замерил. И ставить будем столбы ближе к этим столбам, чтобы их между собой соединить. Потому что вот которые доски были, вот они их вывернули, они уже ничего не держат. Все, поворачивай. Перепортили доски. Обрезные, тем более. Поворачивай, просто поднимать не надо. Не надо, сказали подворачивать. Больше ничего не делать. Так, за Егором смотрю, он начал сейчас на ладонь мотать эту грязь. Сказал, канистру перенеси, он уже прижал их к себе. Неужели этому учить надо? Это даже сказать страшно. Совершенно ничего не понимает и не знает. К себе не прикасает. Вот видишь, как учится. Это у нас Егор 2. А вот это Егор 1. А тут у нас только накопилось 3 Владимира подряд. А люди, дети спрашивают, а как отличать их? Ну, как угодно, так и. У родителей фантазии не было. В разных местах России Владимиров этих не 1 миллион, наверное. А, кстати. Владимир, это как воробей какой. А Игорь там как суслик. Вот подворачивает, видите, он в пределе маленький. Сейчас будем поднимать, ставить. Видите, как вот. Ну, чему-то научитесь хоть маленько-то, Мария. Маленько хоть научитесь, вот Коля не допил вовремя, до обеда ходить с кружкой. Как и Егор. А у тебя кружка-то где? Тоже с кружкой. Плохо ел, не допил вместе со всеми, с кружкой ходит. Это физическое наказание. Знаете, Тихоныч, я занимаюсь гимнастикой, и там... Там есть самоподъемник у нас, сам себя человек поднимает. Да. Ну там веревки нету. Ну нету, потому что вы не можете поднимать. Вы друг друга начнете поднимать. А потом отпустят и хлопнется. На вот эту высокую можно сделать? Можно, турник, вон, иди играй. Можно сделать для нее подставку? Что сделать? Для этой высокой подставку. Так а зачем она нужна? Ну потому что я хочу залазить на эту высокую и делать там. Не знаю. То, что мне не так нужно. Да. Давай-ка его поставим, наверное, сначала. Поставим, тогда да? Будет удобнее. Убери подальше все. Так, отсюда долой. Ага. Мы начнем сейчас ставить. Так. Ты знаешь, как снимать? Ничего не надо. Ты ничего не нажимать, только на нас направлять, чтобы была картинка. Понял? Да. Вон трактор выезжает, вот сейчас смотри. Я его приблизил. Видишь на экран? Видно? Да. Тут тебе не надо приближать. Именно она приближена уже, все. Угу. Вот так вот держи. Руку сюда просунь. Мне помогли тебе. Нигде не нажимай, самая опасная вот эта кнопка. На экране тебе видно кого? Куда дядя Володя. Что бы дядя Володя не делал, туда направляй. Ну а мы начнем. Так, убери пошли. Вот теперь мы его будем Давай. Так, оставь себе.
место. Он на фрашку там пищит, на машинку. Я не знаю, что это можно снимать. Ага. Круто. Это... А ты первый раз ты в жизни снимаешь? Какой? Угу. Ну, я такой волю. Смотри, что делает. Ты зачем туда так залезла-то, Марья? Это же турник. Уйди, ты рухнешь оттуда, как... Ты не удержишь сама себя. Тяжелая, уходи оттуда. На турнике надо ходить. Это придумать надо даже. Только обернулся на минутку, вещи уже выкомуривают. Их на одну секунду нельзя оставить одних. Турник все знают руками, вон подтягивается, ногами забралась. Зачем? Не зачем, она не знает, ее какая-то сила тащит и тащит. Давай, Нестор, показывай, что умеешь. Самоубийцы. Это Вениамин Евгеньевич Пинчук. Надежда Васильевна, видно, просила его. Она купила себе такую машинку, вот он ею машет. Показали, как ставить столбы. Дальше будем соединять. Это мы готовимся снять доски, новые жерди прибиваем, усиливаем. Это Егор Первый из Канады подает Володе Пащенко оторвать доски бывшие когда-то. А на их место вот такие новые жерди бьем. Так что на них можно будет сидеть. Перепутаем проволокой их. Это как на трибунах. Держись крепче. Ты смотри, она уперлась у тебя в эту, в рогулину внизу. Ну, отрывай, что сделаешь. Даже гвоздь уронишь, постараемся найти. Кармашек все это. Это на самом верху, это на расстоянии 3,5 метра. Лопнула доска. Ну теперь с той стороны ее только отрывать. Гвозди можешь и не вырывать, если еще. Еще, Егор, кашляешь. Простыл или еще? Нет. А что кашляешь? Не знаю. Не знаешь, да? Это всякий разный инструмент. Дети уже качались. Вот выгнали за территорию. Вообще-то они Марья, Нестор, Кирилл Второй и Коля. А там у нас привозят с лагеря дрова на тракторенке. Никита с Сергеем Пупковым. Вот смотри теперь, как наши сгодились эти жерди. А тем более, когда сейчас это прибьем, оно вообще будет здорово.
Егор не придется на них лежать и там где качаются. Смотри, Володя, какой ловкий. Вот уже залез. Он день и ночь тренируется. Тренинг, говорит, какой. Вот он как подтянулся, уже там сидит. Никакая лестница не нужна теперь. Отвязывает. Проволоку сбрасывает. Эти доски наша температура и воздух перепортили. Будем делать туда жердь. Между собой схвачиваем, качели качаются, чтобы они были вместе, а одна в другую упирается. Синхронной раскачки почти невозможно. И вот эти посередке столбы для крепости я забил на метр глубину в землю. На метр. Вот этот столб мне не нравится. В нем дырки, и дятлы его долбят. Его черви съели. Поколотить по нему надо. Поколоти, как он? Пустота? В нем дырочки. И большие. Это дятел долбит. А дятел не долбит живое дерево. Уже мертвое. Значит, там червоточина. А это лесной... Доктор, он нам подскажет, что есть. Карман, все сгодится. Видишь, доска была на три гвоздя забита. По-настоящему делали все. Все, доска пала. Теперь маленько дерни только ее. Чуть-чуть, и она упадет. Так, чтобы тебя не ударила она. Дергай к себе. Ну, давай. О. Вот так, пала, пала. Все, Володя, хватит. Заберем мы ее. Я даже что-то не верю, что он едет. Иди, тащи. Володь, бери, тут, там гвозди, аккуратно. 5 лет. Прямо тащи. Тащи, тащи, тащи. О, все. Все, дядя Володя, держись. Вот это мы прибили жерди, видите, какая платформа. Ну, у нас еще 15 минут. Ну, еще с той стороны надо брать, и тогда начнем жерди ставить. Там вообще не будет мест, пока мы не покатим. Где выдерга? Где у тебя выдерга-то? Все, все держишь ты ее, брось, иди выдергу ему подай. С той стороны отрывайте выдергой. Это больше 10 лет стояло, видите, как вся изогнутая доска. А эти вовремя не поели, и наказание. Кружка. А где его кружка? Там, забыл взять. Ну ты как, какой он ловкий. Смотри, как бегает хорошо. И вот куда-то посылать, только надпись делать на груди, куда пошел. Нет. Ровно через одну секунду не знает, зачем пошел. Что с него, неразвитость такая или от рождения, как говорится, аутизм. Бог его знает. Thank you.
Веня там мучается по своей машинке. Никита рулит. Сергей рядом, из лагеря дрова перевозит, когда-то лагерь закрыт, и поэтому все накопленное сюда перевозится, дрова. А это наша братья скучковалась. Вон, говорит, два брата. Что-то увидали. Увидал, Егор второй побежал. Что они там несут? Сено в мешках. Ну или совета иди, рассказывай. Что принесла? А? Что это такое? Это я принесла солому прокладывать помидоры и перцы. Это трава? Да. Ну, это сено? Да. Ну, несите, ладно. Хотя никто не побежал. А вот Егор второй сразу увидел, что Елисавета одна идет и бросился. Вот Володя здесь переходит уже на вторую. Видите, как все определяется. Здесь же Василий, а там Веня трудится. Там наши братья поехали. Где-то не видно там. Корчинский элеватор там дальше. Вон там возвышается. Вот это дылда и есть. Ну, братья там далеко, на тракторе. Это деревня. В городе даже во двор не выйдешь. Ну, Володя где делает уже. Это все своими руками. А когда все будет отделано, здесь кипит буквально ребятишек столько. Сразу раз, два, три, четыре. Четыре до четыре. 8, 9, 10. Ну, минимум 16 ребятишек могут заниматься сразу. Качаться и прочее. Все. Ой, коршун полетел. Как он тяжело летит, бедный. Марья устала, села. Заботливая такая. Как она за шариком бегает. Прекрасно. Иди шариком побегай, поиграй. Выведи его. Бегом, бегом. Я жду. О, только мелькнула, говорится. За ней юбка не поспевает бежать. Вот она уже там. Все. Ты кружка играет, непрерывно играет. Кружка не играй, держи ровно ее. Что, может отпилить ее легче? А. За это сильно не держись, дорогульку, она сухая. Самый выход вот 4,5 метра уже позади, Володя, выше лезет. Все, оторвался.
пожалуйста, настойчивый, а другие скажут, настырный. Ну и что? Надежда Васильевна в своей избушке скрылась. Вот за водой. Если этого мало, мама сказала, вымыть 5-литровую бутылку. Мама что сказала? Если этого мало, 5-литровую бутылку вымыть. Не надо намного. Хорошо. Сейчас я скажу. А ну-ка бегом, кто кого. Бегом, бегом, Шарик. Не хватай. Бегом, бегите туда. Догоняй ее, Илюша. По дороге. Туда бегите, дальше, а потом назад. Шарику променаж такой дают. Не гляди, что она такая, колобок. Ну-ка, беги со всех ног. Бегом, бегом. Шарику то, что надо. Вот так дети отдыхают. Вот так. Я устал. Ну и хорошо. А теперь ты сама пробеги. Илюша успеет за вами или нет? Ну-ка. Отстает Илья. Готово дело. Сошел с дистанции. А ну-ка обгони его сюда. Бегом мы дальше. Шарик, Шарик, Шарик. Вперед. Вперед, вперед, Шарик. Стареет Шарик, видать. Скорее, скорее. Беги, беги, догоняй Илюшку. Илюшку догоняй. Ой, Шарик, мой Шарик, да он молодец какой, а? Да мой хороший Шарик. А, загоняли они тебя. Игнатий Иванович, надо, чтобы я стоял, к себе Шарика звал, и Илюшка побежит. Вот тогда посмотрим, кто вперед из них. А ну-ка давай тогда Шарик отпусти, чтобы отпустила или как его? Да, да, чтобы отпустила. Отбегай, ну-ка иди туда. Отпустишь, когда я его звать буду. Отбеги, Илюша, туда, а потом отпустите, и ты зови его. Шарик! Отпускай его! Отпускай! Маша, отпускай его! Отпускай его! Отпускай свою прочку! Шарик! Иди ко мне! Шарик, на! Шарик! Бегом! Шарик! Бегом! Шарик, бегом! Шарик! Бегом, Шарик! Жалко! Все, он состарился, видать! Может, ему уже около 10 лет, наверное! Не знаю. Может, ты приехал, он был уже? Не был, вы при мне его приютили. А, значит, тогда... Ну, где-то лет 5 у нас, где-то так. Как примерно. Это? Ну, давайте с дороги, берите тапочки, уходите. Забирайте его, там машина идет. Он машина идет. Бери, вот с дороги бери, я говорю, бери тапочки, уходи с дороги. Возьми в руки тапочки. Да чего же бестолковая. Уходи с дороги дальше. Они слова не понимают, им говоришь. Come here. Darf man hinaus? А вы не знаете, для чего? А? Шишечка, для чего вот это тут? Вот это вот для чего? Да. А? Егор ответил. Что? Может, кому-то голову разбить, говорит. Нет, это для того, чтобы рука не соскальзывала. А вот это гвоздики выправлять. Егор, что он ответит-то? Не знает совсем. Не пойму, то ли в халате надержать, то ли платье разрезано сбоку.
очень сильно ее разрезали. Сейчас сломал себе, наверное.